9 августа в России праздновался День строителя. Тесное сотрудничество работников данной отрасли рождает дружественные отношения и общие интересы. В праздничный день в городе Кумертау состоялся турнир по бильярдному спорту, где участвовали спортсмены из городов Салават, Кумертау, Мелеуз, а также присутствовали спортсмены из Кургазинского района. Уважаемые участники соревнований, сегодня заключительный этап, посвященный Дню строителей. Этап проходил у нас целый год, в течение года. Сегодня у нас 5-й этап. Мы призовые, да, мы приветствуем вас сегодня на этом этапе. Ну, хочется пожелать, конечно, поздравить с Днем строителей, все здесь, в основном все строители, и пожелать вам успехов, побольше строить, денег побольше заработать. Организатором турнира выступило общество с ограниченной ответственностью «Акрополь». Завершающий этап турнира длился более 9 часов. Азарт и силы воли не покидали спортсменов ни на минуту, а праздничное настроение на протяжении всего этапа подбадривало как участников, так и зрителей. Мы сегодня присутствуем на последнем этапе проведения турнира. Это 5-й этап сегодняшнего турнира, который посвящен Дню строителя. Турнир проходил в 5 этапов, вот это в течение года. На каждом этапе были свои победители, а вот сегодня уже заключительный этап, где будет уже решаться сильнейшие, и будет приз у нас определен. Напомним, на сегодняшний день самой крупной строительной компанией в городе, наверное, можно назвать общество с ограниченной ответственностью «Акрополь» и индивидуальные предприниматели, которые делают наш город краше, при этом сохраняя его исторический облик. Хочу поздравить строителей нашего города, Республики Башкортостан и всей страны с Днем строителя, пожелать больших объемов, поменьше кризисных моментов и побольше силы воли и духа в нашей непростой работе. По результатам турнира первые места заняли спортсмены из города Мелеуз. Это Рузапов Николай и Александр Саглаев. На третьем месте расположился Алексей Егоров из Кумертау. Александр Наумов, Владимир Кузьмин. Новости.